я не знаю ни одного боксера, у которых нет собственных автомобилей. Вы на чем рассчитаете? Ну, конечно, на джипе. Угу. Вести. Причем я предпочитаю... Ну, не сами за рулем. Сам. Да? Только сам. Ну, я не люблю. Вот единственное место, где меня действительно возят, или если я куда-то приезжаю, там возят, ну, откуда там возьмется мой автомобиль, да? Город Москва. Угу. Потому что себя не уважать нужно, чтобы ездить за рулем и терять безумное количество времени в московских пробках, да. Я предпочитаю или в крайнем случае поспать, или заняться делами, потому что... Согласен, да. Временные потери колоссальные просто. Вас, наверное, уже раз 100 спрашивали насчет гаишников, да, как они реагируют, конечно, когда... Конечно. Я всем отвечаю на этот вопрос так. Они мои друзья. У вас вся сторона в друзьях. Да нет, дело в том, что я по большому счету и не нарушаю. Хорошо. Все-таки, наверное, за скорость меня иногда останавливали. Было такое. Но по большому счету, вот, грубых нарушений я не допускал. Понятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».